наступает осень, время, которое будет лишено красок, и очень хочется продлить лето дома. Именно поэтому сегодня Эдемский сад насыщенный, яркий, буйство красок просто, но и это еще не все. Сразу хочу открыть секрет, что покрывало Эдемский сад. Еще и двустороннее. Покажем. Двухсторонние? Я думала, это два разных покрывала. Две стороны. Так. Это здорово. Давай, Виталь, перевернем, чтобы было видно картину. Посмотрите. Слушай. Конечно же, очень здорово, когда две стороны, потому что это два дизайна, два разных настроения. В интерьере у вас будет больше возможностей для обновления в вашей жизни. Ну, когда начинается новый сезон, начинается вот само по себе ощущение обновления. Правда, я думаю, что вот неплохо было бы начать обновление с центра комнаты. Да? Юля, можем мы еще показать вот так эту картину? Конечно, обязательно. Сентябрь, обычно в сентябре все собирают урожай и празднуют свадьбы. А посмотри, какое это предложение наше символичное. Согласна с тобой, Люда, символичный очень принт у нас. Белые лебеди, символ семьи. Вы знаете, что лебедь один никогда не живет. Да, они всегда только пары. Это самые верные птицы. У них, пожалуй, можно поучиться верности лебединой. Красота, какая у наших дизайнеров можно поучиться художественному вкусу, правда? Вы получаете просто произведение искусства. В лице, как, Людочка, перевернуть? Ну, так вот таким образом, чтобы картину не нарушать. Ух. А здесь у нас павлины, здесь у нас экзотика. И если вам не хватает яркого настроения, сочности в интерьере, акцента, переворачиваем стороной с павлинами. Посмотрите, снова зеленый цвет. Я очень рада, потому что лето – это зелень. Природные естественные оттенки и эко-стиль в интерьере сегодня на пике популярности. Юль, ну ты же мне еще говорила, что зеленый цвет, он же еще как-то на психологию влияет очень хорошо. Да, да? Тем более, что здесь много зеленого с изумрудом. Оттеночком таким, да? А это считается, именно этот оттенок зеленого считается самым спокойным, цветом релакса. И мне очень нравится то, что выполнен рисунок с эффектом 3D. То есть птички, посмотрите, объемные, они как будто гуляют по поляне, где-то в районе озера. Очень красивое предложение, и это новинка. Это и правда настоящий рай на покрывале. Ну вот что такое Эдем? Эдем – это райский сад, где жили первые люди, первые Адам и Ева. И вот сегодня вот такое покрывало, которое продлит ваше лето. Вы получаете, внимание, за 999 рублей. Так оно еще не одностороннее. Вот одна сторона, на которой гуляют яркие павлины, а вторая сторона, она символичная. Там у нас два лебедя. А лебеди – это символ семьи. Лебеди – самые верные птицы, которые выбирают себе партнера одного на всю жизнь. Какой символичный подарок будет на свадьбу. Да, вообще прекрасно, что текстиль сегодня вот такой. Он практически каждое предложение подарочное. Вот приятно мне бы, например, было получить практичный такой красивый подарок. Но не только практичный, но и очень нежный. Юля, это покрывало вот не только... Я бы увидела двухстороннее покрывало меньше, чем за 1000 рублей – просто бы брала и потом бы уже разбиралась с качеством. А здесь еще и качество. А я предлагаю сейчас разобраться. Давай с качеством. Потому что наше покрывало Эдемский сад выполнено из микрофибры. Вот Люда даже и не угадала. Подумала, что хлопок. Да. Ну, когда не знаешь и не разбираешься, действительно по прикосновению почувствуешь бархатистую, приятную, такую мягкую структуру хлопка. На самом деле это микрофибра, которую я вам как эксперт советую как одну из самых практичных материалов, тканей, полотен, потому что действительно обладает эффектом прикосновения к хлопку. Это приятно, потому что вы сможете Эдемским садом укрываться как легким летним одеялом, и будет очень приятно. Юлечка, скажи, пожалуйста, а яркие такие краски, две стороны, как ухаживать за таким покрывалом? Без проблем стираем в стиральной машинке. Я вообще как эксперт рекомендую, если вы практичная хозяйка, микрофибровое полотно точно для вас, потому что оно не накатывается. Очень хорошо, что сохраняет даже такой яркий принт краситель надолго, потому что микропористые волокна и поры хорошо держит краситель. Сегодня это прекрасная конкуренция хлопку. Альтернатива просто замечательная. Это не одно покрывало, а практически два покрывала по цене одного. Ведь это двухстороннее покрывало. Одна сторона — это нежные, красивые, яркие павлины. А другая сторона — это лебеди. Вот они на нашем диванчике, они на озере. А, горы, красота! Посмотрите, какая невероятная
Какой невероятный дизайн! Давайте продлим лето с покрывалом «Эдемский сад». Началось новое время года. Мы не будем унывать, мы напротив добавим красок в свой дом. Мы знаем, как продлить лето. Нам помогает качественный текстиль. И сегодня в этом нам главный помощник. Новинка телеканала «Шопен Шоу» — покрывало «Эдемский сад». Двустороннее, многофункциональное, с эффектом хлопкового прикосновения в трех размерах и с двумя абсолютно разными сторонами.